годится, ой, годится, ой, годится. Ой, годится, вообще. А теперь стоим, стоим, стоим. Добрый день. А за что вас остановили? Что вы там? Что вы там в машине сидели? Да не бойтесь, мы активисты, мы помогаем. Помогайте. А за что вас остановили? Ну просто поверьте документы. А что в машине делали? Денег дали, да? Ну, может, по не давали деньги. А что вы тут остановили фуру посреди дороги? Фуру остановили, для чего? Помощи мотору. Ну водитель, блядь, сказал совсем другое. Ну что ты мне рассказываешь? Я не сказал. Ну что ты мне рассказываешь? Какую помощь вы ему молили? В машине сиди. Дорогу ему на Кременчук рассказали, да. Да ты что, на Кременчук ему дорогу рассказали? На Кременчук. Сидя в машине? Я ему показывал, куда ехать. На чем ты ему показываешь? На карте. На какой карте? Телефон. На телефоне. Ну покажи мне хоть эту карту. А что тебе уже показывать, водитель? Ну то понятно. Все, поговори. Нет. Так а хули мне с вами разговаривать? Вы, блядь, людей разводите на бабки. Каких людей? Еще раз говорю, на бабки. Ну поймаю за руку. Что ты будешь потом говорить? Ну что ты вот какой будешь сейчас, потом? В чем сейчас вопрос к нам? В том, что водителя, во-первых, остановили посреди дороги. Раз. Второе, то, что он у тебя сидел в машине, это два. И в-третьих, то, что ты обманываешь. Я ж тебе, он тебе сам сказал все свои слова, правильно? Там перепуганный идиот. А ты знаешь, что он мне сказал? В окно вынял, тебе говорит, я вообще ничего не говорил, так как вот что там рассказываешь, и все. Ну я же ему говорю, дорогу ему рассказываю. Дорогу, а что ж он мне это не сказал? Что он... Так я откуда знаю, что он тебе не сказал? Надо спросить у него было. А что ж ты у него документы тогда проверял, как он мне сказал, у меня на камере записано. Проверяли, все проверили, поехали. Еще раз задаю вопрос. Зачем ты его посадил? Ты говоришь... Показать дорогу на Кременчук. Ни о чем. Смотри, ты на камере выглядишь полным идиотом. Полным. Ни о чем, я сказал, все. Я людям просто рассказываю, какие у нас мусора. Ты просто сам врешь на камеру. Ты хоть бы, блядь, на камеру что-нибудь придумал нормально. Никто никого не оскорблял, нормально все разговариваем, правильно? А я тебя что, оскорбляю? Ну, просто. Я говорю, вопрос, как ты выглядишь, вопрос. Понимаешь? Я рассказываю, что было. Ваши службовые посвящения, будь ласка. Будь ласочка. Люди должны знать своих героев. Я жалобы напишу. Я покажу, пожалуйста. Я говорю, я жалобы напишу. Без вопросов. Я говорю, покажи. Показывай, без вопросов. Я говорю, я не запомню твою фамилию. Я не запомню. Мой ум, это вот моя камера. Я запоминаю. Нет, мне на листочке не нужно. Ты, может, меня обманешь на листочке. Я показываю, вот. Я говорю, ну зачем ты заставляешь меня ехать сейчас делать кипиш в райотделе? За то, что ты отказываешься. Чего я отказываюсь? Я показываю. Ты можешь просто так взять и показать? Зачем? Все. Чтобы потом всякие картинки там высвечивались где-то. Какие картинки? В интернете. Рожки, ножки. Зачем? Какие рожки? Ты хоть видел? Я видел не один раз. А ну покажи, где у меня хоть ты... Ну с твоей стороны, согласен. Ну все, тогда я же буду за себя отвечать. Все, в чем проблема? В чем проблема? В чем? Я не могу понять. Да, если ты увидишь, ты мне предъяву кинешь. Вы просто людям хотя бы не рассказывайте дичь. Ты на камеру говоришь, что я ему показывал по карте, как проехать на Кременчук. Вопросов нету. А документы зачем ты у него проверил? Причина зупинки раз, проверка документов два. Для чего? Все. Садитесь и уезжайте. Садитесь и уезжайте. Либо мы стоим, работаем. Останавливаем автомобили, которые у нас вне населенного пункта двигаются без включенного света, правильно? Все, разглядываем справу, выносим постановление либо по 125, как ты мне говорил, по 125, либо выписываешь ему постановление. Все. Господа, опять Дергачевские, опять ребята, Дергачевские полицейские, которые обманывают, сука, обманывают. Вы хотя бы не обманывали, пацаны. Так а что смешно? Ну что смешно? Люди вас боятся.
А знаешь, почему боятся? Потому что вы их грузите разной херней. Ну, ты увидел человека, он у нас боялся. Пообщались и поехали. Конечно, он уже не знал, что мне говорить. Он даже не понял, кто я. Ты даже, понимаешь... Он вышел, я был в машине, да. Он стоял там, ты к нему подошел. Я ему слова даже не говорил. Ты не выходил с машины. Да, мне я все... не выходил, он уже был на улице, когда ты к нему подошел. Я хоть слово ему говорил водителю. Да я просто, ну, не успел быстренько доехать, поверь бы. Я бы вот, вот так бы в следующем ролике увидишь, да, вот это, все, понимаешь? Все. Да, пиши в чат, что я здесь. А пиши в группу, не забудь. Друзья, опять дергачевские мусора, как вы видели, опять стояли на кормушке. Я в свое рабочее время, ну, слава богу, так слаживаются наши пути с мусорами, что я оказываюсь в том месте, в ту минуту, в тот час, кстати. И вы слышали, что он говорил на камеру, какую дичь несет? Для того, чтобы спросить у полицейского, как проехать на Кременчуг, они должны и обязаны проверить документы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, они обманщики ли они? И достойны ли такие полицейские служить у нас народу? Поэтому такой маленький ролик, вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а я дальше буду стараться помогать и бомбить мусоров. Все, пока, мои родные.